Привет, мои дорогие друзьяшки, всем слова, а вы не что? Я, конечно, обещала, что буду выводить еще, ну, будут выходить видео, ну, по воскресеньям, там, обучение нашей Марии, дорогой. И мне нужно как отвоить мне сегодня, я хотела бы еще опять же, подработать. Ну, как бы, кроме ножной фигурки, просто сегодня у меня нет идей, простите. Кто ждал этого выпуска, я очень сильно извиняюсь. Если ничего не слышно, опять же, простите, просто компьютер отказывается не работать, приходится с планшета брать всякую музыку. Ну я совершенно маленький, да, что вам показать. Очень маленький. Так что спасибо, просто у меня опять же мало времени в данный момент. Я, кстати, вам смогу представить самых главных героев, тех, которых я сам увещала. Знаешь, когда я снимала первую серию, вам там ничего не представила. Так что, это будет к тому же... Ну, короче, это не очень нравится. А вы покажете, кстати... Следующее воскресенье, я обещала, что выпущу серию. Поставлю, конечно, когда Пасха пойдет, но без разницы. Ради вас, но все готово. Хоть, блин, ну, короче, не буду валять дурака. Ну, все. Так же, если вы будете, райки, ну, там, ну, короче, райки, ну, да. Первый у нас дипсы сантибис. Вот такой няшечка. Я не очень вам много знаю, как у нас список. Это мой старый дипси. Но из него я сделала своего. Я что вы советую думать. Это старшая сестра Марии, есть еще парочку ее разных эмоций, потом покажу. А это, как бы сказать, волчонок, да, он тоже там был, там еще волки будут присутствовать, разные. Да, у меня там даже богатый. Это самый главный герой у нас, сама Мария. Это отец Рыжика. А Рыжик у нас вот. По-моему, они друг другу подходят. Или ему Задира подходит. Есть. Сами стоит. Ну, вообще только ну да, кто подходит, Задира или Рыжик. А это у нас Джеймс. Да. Это еще я его тогда сделала. Боже мой. Ну, это у нас вот он выходит какая-то. Хоррор и Фортейл. Вечеринка. Да. Это нечего было делать, саму себя сделала. Мне просто было другое ничего делать. Огромная лава. Но теперь вы все сделаете ее. Боже мой, какие глаза, очень горючие. Они сейчас будут выстрелить. Рожены делать стали. Ну, как бы,
Кстати, еще будет бонус. Только ну не отвлекать меня пока. Класс. Или я забыла из автора. Ну, если у них там где-то ну, не Эда. Я обожаю эту анимацию. Вот торт.